В Новосибирске наградили лучших экспортеров по итогам 2023 года. Более 1500 новосибирских компаний сегодня производят поставки за рубеж. Спектр направленности – сельское хозяйство, промышленность, туризм. Развитию малого и среднего предпринимательства в регионе способствуют меры господдержки. Наш центр поддержки экспорта вместе с центром «Мой бизнес» делает все для того, чтобы предприниматели испытывали как можно меньше проблем с выводом на экспорт своих товаров и услуг. Но прежде всего это начинается с обучения. С обучения, как вести себя с иностранными партнерами, на что уделить внимание прежде всего, как правильно заключить контракт. В региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года» приняли участие 33 компании. Победители определяли в 8 номинациях. Главная награда – достигнутый рубеж и признание среди предпринимателей. Кроме того, призерам вручили денежные сертификаты на бизнес-обучение. Одержавшие победу компании представят Новосибирскую область на окружном этапе конкурса, а также получат шанс поучаствовать в федеральном этапе «Экспортера года». Мы второй год участвуем в этой премии. Конечно, мы ожидали, потому что показатели наши выросли практически на 30%. В 2023 году мы вышли в новые страны, то есть это Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан, Азербайджан в том числе. Также те страны, с которыми мы уже работаем, удалось увеличить долю на рынке.